С 9 по 11 апреля в бассейне «Альбатрос» прошли летние соревнования чемпионата и первенства Омской области по плаванию. Участники состязаний представили Центр спортивной подготовки Омской области, Центр олимпийской подготовки «Авангард», «Облздюсшор» и «Сдюсшор номер 6». Фактически это этап подготовки к чемпионату России, который состоится позднее, в мае месяце в Москве. Вот. Как раз до него остается у нас ровно месяц до чемпионата России. Поэтому эти соревнования удачно вписаны в календарь годичной подготовки, как подготовительные к чемпионату России. За 3 дня соревнований омские спортсмены разыграли 69 комплектов наград в чемпионате и первенстве Омской области. Одной из сильнейших среди девушек на чемпионате оказалась воспитанница областной школы Олимпийского резерва Анна Панина. На 6 различных дистанциях этой девушке не было равных. Ну, настраивалась на победу, всегда на нее настраиваюсь. Для меня 2-е место – это не считается вообще местом. Ну и соперников не стоит недооценивать, конечно. Следующий старт Анны состоится в мае в Москве на чемпионате России. Вместе с ней в столицу отправятся и другие триумфаторы омских соревнований – Александр Листков, Егор Иогин, Рустам Рыбин, Антон Тищенко, Дарья Шмакова и другие.